артисты всех ивановских и областных театров собрались на одной сцене. День театра, который отмечается во всем мире, традиционно празднуется самими актерами на сцене. Но День театра – это не только праздник одних лишь актеров. В театре нет второстепенных профессий. От каждого специалиста зависит успех постановки, что и было показано в виде вереницы историй. Театральный комплекс в нашем городе – то место, где уживаются труппы трех театров, каждый со своей историей и предназначением. Прекрасно уживаемся. Мы называем это нашей коммунальной квартирой. И вот тема капустников, ну, как бы общая линия, это будет коммунальная квартира, в которой мы проживаем. И отсюда вот все пойдут номера. Творческий подход к своему делу в очередной раз продемонстрировали артисты театра. На «Капустник» была подобрана специальная программа. Юмор сатирический и репризы о жизни в таком дружном коллективе, танцевальные и пластические номера составили основу праздничного концерта. У нас сегодня у всех роль артистов. Мы к этому дню очень готовились. У нас ребята наши молодые писали тексты, переписывали, переделывали известные мелодии. На эти мелодии писали свои стихи. Я так думаю, что всем будет очень интересно. Поистине дружная семья, в которой важны все. И гардеробщица, и театральный режиссер, актер и художник, администратор и осветитель предстала перед публикой. Это день, когда, вот вы правильно сказали, встречаются все театры, приехали кинешемцы. Вот мы сегодня, например, с тем же Володей Баландиным, с которым когда-то учились, когда еще Горьковское театральное училище. Вот мы с ним много лет не виделись, а вот сегодня тоже свидимся. И поэтому это тоже тот день, когда вот мы наконец-то все труппы наших ивановских театров встречаемся здесь, рассказываем, что у нас делается, да и вообще увидев лица друг друга, потому что работая каждый день, каждый на своей площадке, мы, к сожалению, видим сегодня очень редко. Даже несмотря на трудную работу, которая требует ежедневного напряжения всей души, всего таланта, артисты театров смогли создать праздник, на котором делились своими эмоциями и позитивом. А лучшим подарком в такой день стал полный зал и море оваций. Александр Руденко, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.